Всем привет, ребята! Вы смотрите Edine 382, релизная версия. Ой, господи, не надо больше этого говорить. В общем, 382. Сегодня я играю с Неймлесом на рандомчиках. Мне выпал имл-адрес. Неймлес сейчас, наверное, если не самый сильный, то один из самых сильных игроков в Edine. И поэтому у меня уже по-пецки немножко подгорает, потому что имл-адрес, я не особо умею за него играть, а точнее отбиваться от раша. Если мне удастся прожить достаточно долго, чтобы выйти в братков и накопить армию более-менее, то я еще могу что-то сделать, но в данной ситуации проблема большая. Если у него какая-нибудь рашевая раса, то ужас. В общем, поэтому я буду выходить в раннюю конюшню, чтобы отбиваться. Ну, будет, конечно, обидно, если там то, что не будет меня рашить. Ну, тогда ладно, тогда что-нибудь придумаем уже. Тогда, может, этими всадниками я попытаюсь ему здание посносить. Тоже вариант. 600 мне нужно. Будем копить. Сейчас можно хоббитов спамануть. Вообще тактика, разумеется, рискованная и не очень выгодная. Если не зайдет, если мне не удастся кого-то ему убить этими всадниками, то я, по сути, обрекаю себя на поражение, потому что я кучу времени сейчас трачу на то, чтобы банально копить эти деньги. Я не реализовываю их в экономику. У меня всего 3 здания. Если он играет за какой-нибудь Рохан, он сейчас кучу ферм уже штампанул. У него приход денежный побольше, чем у меня. Да еще и войска подстроятся. Нет, нет, нет. Давайте 4-ю ферму хотя бы поставим. И теперь уже хоббитцев, мерзких хоббитцев, которые воруют всякие кольца и выбрасывают их вообще бессовестные. Так что дает-то? А, фиг с ним, с этой стойкой. Не буду время терять. О, черт. Гоблины. Я не успел. Есть, я успел. О, да, детка. Это маленькая удача. Спасаем. Спасаем нашего работничка. Так, давай, давай, давай. Пока что живем. Он играет в баф на урон. Но ему не должно удастся это. Да, я защитил здание. Замечательно. Сюда отправим. Значит, у него где-то здесь тоже есть здание. Вот так вот. Отлично. Так, пауков он не... не сносил, значит, не захватывал здание. Так, здесь построим. Опс, 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 опс. Назад. Да что с этими хоббитами? Вот, блин. Нет, они ничего не делают.
Так, нам нужно вот этих вот слить. Так, это здание уже не спасти. Здесь... Ах, вот как. Строим новую. И в центре одну тоже нужно. Ой-ой-ой. Кавалерия подыхает. Мне нужен второй отряд кавалерии явно. А, он же... Я чуть забыл, что я его строил. И там, походу, у него герой появился, потому что... Мои мечники не должны были слиться под пауков. Это бред. Там, скорее всего, Горкил. Либо дофига. Может, просто мечников дофига. Вот оно что, он меня обхитрил. Ладно. Он меня нереально обхитрил. Так, хоббиты, я думаю, с пауками справятся. Назад. Теперь строим беседку. И здесь одну. Ну, неплохо так, я вам скажу. Очень даже неплохо. Он с другой стороны строит здание, я вижу белую точку. Так, сражаться с пауками под бафом я не стану. Вот оно, вот оно. Пущ. Хущ. Мущ. Щищ. Ить. Так, еще один отрядик. Есть шанс его рабочего подбить. Хороший шанс. Но мы не успеем, скорее всего. Да, мы не успеем. Давай, 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 детка. Успели. Замечательно. Пауков тестили. Нет. Такс. Братки, давай. Замечательно. Я возьму баф. Точнее, хил. Какой баф нафиг? Потому что нет времени ждать постройки фонтана. Ух ты, нифига себе там. Там еще и Горкил есть. И он коронован, скорее всего. Да, он осознал, что ему тут нечего ловить. Меня только беспокоит один момент. Если он прокачался на ком-то... Ой, черт подери.
Нет, не смей меня убивать. Все, жопа, жопа. Я в полнейшей сраке сейчас. Это еще мягко выражаясь. Ай. 3000 теперь стоит, прикиньте. Как пережить такой кризис, я не представляю вообще. Ну, пойдем, что ли, попытаемся его здание немножко побить. Так, тут с этим уже все. Так, пока что сюда отправим войска. Не хватает. Мне нужны эти братки. Мне нечем банально убивать его героя. И это плохо. А он прокачался на моем отряде. Плюс еще, скорее всего, там пауков зачистил логово. Да, он по-любому качается сейчас. Я видел, там есть логово с призраками. То есть я могу попытаться использовать это для себя во благо, так сказать. Отлично. Я уверен, что мои всадники смогут справиться с пауками под туманом. Плюс у меня есть хил. Мы его сейчас используем. Да. Это сюда. Продолжим. О, черт, там пачка. Уходим. Нам нужны еще одни чемпионы. И нам нужен, наверное, Гилдор. Или как он там? Рестор, точнее, я перепутал. Его имя. Пытаемся чутка продавить его армию. Так, войска подальше. Он сейчас рискует погибнуть. Нет, додумался. Обидно, ну ок. Неважно. В принципе, я сейчас третий уровень получу, так что ему будет очень трудно меня снести. О, неплохо. А вот это уже плохо. Потому что они страшные, а нас мало. Нужны еще одни копейщики. Так. Замечательно.
destroy the evil creatures. I have been hurt. Our fair city grows larger. My strength leaves me. The fighting has begun. Отлично, он испугался. В принципе, я и не надеялся, что я смогу его убить. Так, это мы отобьем сейчас вот этими парнями. Это вот так вот. Грейдим дальше рестора. Строим вот это вот. Все хорошо. Братки, сюда. Минус рабочий. Такс. Есть у нас как раз чемпионы есть. Это радует. Правим отрядик сюда. А вот и наша скидка подъехала, и у нас уже есть много библиотекарей. Крепости. Все. Ну вот как, понятно, понятно. Так, я всадников под фонтан отправлю. Не успел, да? Не успел, к сожалению. Он прокачал уровень. Окей, окей. Сносим дальше здание ему. Как раз хорошо, что всадники здесь. Такое впечатление, что он с дубинами, хотя это невозможно. Ух ты! О, как! Все повернулось. Нет, нужно добить, добить это здание. И уходим. Рубим баф, чтобы дракон не мог меня прокинуть. Вот так вот. И линдонцев еще. Теперь все будет хорошо. В теории. Опс, опс, опс. Убегаем. Убегаем. Да, многовато всадников настроилось. Многовато. Там нужна вышка. Черт, когда уже нужен еще один рабочий. Сейчас надо будет наспамить кучу, просто гигантскую кучу вышек везде по карте, чтобы он своим драконом ничего сделать не мог. Так, наши воскрешаются потихонечку. Нужно здание восстанавливать опять же. Многовато у него больше, чем у меня. В
Ой, они могут снести Арвен. Щит. Щит, я боюсь, боюсь. О, как даже так. С броней. Нет. Да, пока у него броня, мне очень трудно будет что-либо сделать ему. Давайте деньги заберем. Конюшня в минус ушла. Ну, в принципе, это поможет. Во-первых, его погодный скилл вырубим. Хотя он почему-то все равно баф ему дает. Может, это баг какой-то. Ну и с этими пауками сейчас расправимся. Что тоже не может не радовать. Жаль, я зафейлил. Потому что я могу его убить. Мог, точнее, его убить, но... Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Нужно больше рабочих на этой стадии. Нужно защититься таким образом, чтобы он не мог своего дракона подводить вот так вот безнаказанно. И еще, походу, нужно... Блин. Фейл. Нужно новую конюшню построить. Так, с этим вроде все отлично. Да, у меня иссякает кавалерия. Строим новые. Оу, щит. Ну, Линдоны. Замечательно. Был бы какой-нибудь герой. Который стрелять умеет нормально, а не так, как этот Гилдор немощный. Было бы просто шикарно. Так, ну что ж, сражаться пойдем, по всей видимости. Охренеть, как все трудно, а? Давай, давай, давай. Не вижу, где Бурдор. Вижу теперь. Вижу его, вижу, вижу, давай. Там копейщики мои, да? Блин. Ого. Кажись, это слив. Ну, может, они добьют хотя бы. Давай, Бурдура, Бурдура хотя бы. О, боже мой. Так, продолжим.
А, в принципе, что там, все деньги уже потрачены, блин. Все невероятно хуёво, я вам скажу. Так, сюда строим. Сюда строим. Мы сейчас потеряем наших лучников. Может, копейщики смогут помочь? У нас уже очень мало. Да, нужно отступать, но я не смогу отступить. Он меня просто-напросто перебьет здесь. А, он сам отступил почему-то. Невероятно. Я доволен. Хоббитов штампанем, пока можно. У него грейды. Дела плохи внезапно. Снова. Может, я успею его в стан кинуть? Давайте, быстрее, быстрее, бегите. А, я его не заметил. Точнее, я его потерял, а не заметил. Вот он. Нет, ну я уже не смогу перебить всех этих парней. Давай. Нет. Тоже сильно прокачан, зараза. Ух ты. Кстати, вот это фейл с моей стороны. Я мог бы подстраивать новые войска. Я этого не делаю. Я сейчас потеряю его. Их, братков, теряю. И Арвен тоже, скорее всего. Беги. Попробуем вот так вот. Чё, может, повезет? Да, повезло, прикинь. Есть. Нехило так повезло. Побежали. Не успел. Жопень. Ну хоть так. Не понял, он сдох там, что ли? Ладно, а что насчет построить здесь? О, спасибо большое.
Вот так вот. Только нет денег. Вот в чем проблема. У меня нет денег. На воскрешение новых парней. Или точнее, на воскрешение старых парней на самом-то деле. Блин, это выглядит как просер. Уже. Может, попробую его в спину убить. Он восстановит хп. А, там еще есть Балрог. Чет. Но это уже очень плохо, я вам скажу. Может, его... Его крепость добьет, ну ладно. Арвен, задавили. Хз, что я не так делал. Может, в какой-то момент надо было поскорее в магов выходить. Ветер слэш вода. Когда вот здесь началась заваруха первая в центре, когда уже армия на армию большая. Скорее всего, нужно было... играть в магов. Я что-то дополнительные казармы, кажется, сыграл, не помню, что я делал. Я думаю, пару отрядов магов ветра смогли бы мне помочь пропушить центр. Ну, ничего не поделаешь. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. До встречи.